Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милей не шумные, милей одноэтажные, от их названий ласковых становится светлей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они. И может на сиреневой, а может на каштановой, а не на этих улочках, тогда на луговой. С любовью встречусь первою, негаданно, нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой. Абрикосовый, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милей не шумные, милей одноэтажные, от их названий светлей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они. Валерий Меладзе, Лайма Байкуле, Валерия, Владимир Пресняков, конечно же, Николай Басков, дамы и господа, Александр Ревзин, Игорь Николаев, кто же там еще, Константин Меладзе и Леонид Агутин, конечно же, во главе с блистательным Юрием.